18 февраля Северский район отметит годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Накануне праздника заместители главы района обошли главные улицы станицы Северской и осмотрели проблемные места. На улице Ленина сломаны канализационные люки, не убраны ветки и частично сломан тротуар. В парке имени Пушкина идет активная подготовка к празднику. Приводят в порядок зеленые насаждения и малые архитектурные формы, восстанавливают тротуарную плитку. Обновили краску на памятнике у Вечного огня. Далее проверили состояние улицы Базарной. Здесь нужно уделить больше внимания наведению санитарного порядка у больницы. Вопросы вызвала и обстановка на автостанции. Необходимо покрасить скамейки, отремонтировать тротуары и заезды. В целом, многие владельцы малого бизнеса и торговых помещений не уделяют должное внимание наведению чистоты. Посетили и рынок. Выявлено несколько мест незаконной торговли. Исполняющей обязанности главы Северского поселения Марине Черновой даны рекомендации по дальнейшей работе. Следующим этапом руководители района планируют посетить и другие улицы станицы Северской.